2-5, 2-5 win, 4-2-1. Now that it's all said and done, I can't believe you were the one to build me up and tear me down like an old abandoned house. What you said when you left just left me cold and out of breath. I felt if I was in deep, guess I let you get the best of me. Well, I know I saw it coming. Вот, врач. Ça va de la part de Pesotska. Et encore une fois. Without you, I'm better off without you. Faut qu'elle s'accroche dans cette manche, sinon après ça sera trop compliqué pour elle. L'échange est superbe. Pour le moment, Rocky l'échange. La densité incroyable dans cet échange de la finale. Et c'est final. Вот это вот с верхним закрыла. Успела закрыть. Молодец. Все, в финале чемпионата Европы в Штутгарте сыграет Маргарита Песоцкая. Выиграла она этот полуфинал 4-2 у теперь уже экс-чемпионки Европы Руты Гаркаускайт и Паскаускене. Благодарят украинке трибуны за поддержку. Великолепную игру мы увидели. 4-2. Ну и теперь, наверное, далеко не будет уходить Маргарита Песоцкая, быстренько переоденется и вернется в зал для того, чтобы посмотреть за вторым полуфиналом, в котором встретится китаянка Ву Цзядо, выступающая за Германию, и Виктория Павлович из Белоруссии. Мы вместе с вами за этим поединком тоже с огромным интересом посмотрим. Ну а команды, за которые выступают обе эти теннисистки, кстати говоря, запросто могут пересечься в этом розыгрыше Кубка ЕТТУ. Напомню, Маргарита Песоцкая выступает за Деспа из Владивостока, а Рута Гаркаускайте за клуб Бертевин из Франции.